Попав в компанию более взрослых деток, маленький Кирюша старается им подражать. Многое не получается, но мальчик проявляет упорство. Это отличительная черта его характера, наряду с любознательностью и общительностью. До лета мы очень часто на прогулке бываем. Он рассматривает и жучков, и собачку мы очень любим рассматривать. В дом ребенка специалисты органов опеки передали Кирюшу в сентябре, но за прошедшие месяцы мальчик настолько освоился, что его уже никто не считает новичком. Воспитатели очень любят этого улыбчивого и очень симпатичного малыша. В группе Кирюшу тоже любят. Даже дети постарше легко принимают его в свою компанию. Если кто-то из детей плачет, он, значит, подойдет, пожалеет, погладит по головке, даст игрушку. Но в то же время он любит и настоять на своем. Если ему какая-то игрушка нравится, он обязательно будет пытаться ее как-то там, ну, добиться своего. Кирилл удивительно усидчивый ребенок. Его любимая игрушка – деревянная матрешка. В том, чтобы собирать и разбирать разрисованных кукол, мальчик находит необъяснимое удовольствие. Ой, она осталась. Она плачет. Давай, вот так. Вот так соберем матрешечку. Смотри. Кирилл, 1 год и 9 месяцев. По вопросам усыновления обращаться по телефону Министерства образования Ростовской области 240-49-47, 240-38-19. Вопросы, касающиеся рубрики «Путь домой», вы можете задать по телефону редакции телеканала «Южный регион Дон» 200-25-15.